Фрэнк Оника и Пол, который, в общем-то, один из самых забивных в чемпионате Дании. Ишканда асығысыз топта алаң сыртына шығарып жіберді. Я Энрике сәл жылдабырақ қимылдағанда немесе жуниор. Міне, біз ойынын жақсы білетін жуниор осындай. Даниялық қорғаушылардың қарсыласқанына қарамастан допты. 1-1 ошибся игрок Метюланда. Педро заработал мяч своему партнеру по команде. И да, все-таки мяч побывал в сетке. Об этом Кабананга также говорил, но рефери не увидел. Поэтому чистый гол сейчас Астана лишилась чистого гола. Да, нет слов, конечно, после таких вот решений. Екі голымен жең салып келген венгриялық ойыншы тағы да көзге түсу мүмкіндігін пайдалана алған жоқ. Бұған дейінгі бұл команданың ұмтылыстары керемет болды деп айта алмаймыз. Бірақ шабуылды аяқтауға тырысқан 12 топты кеудесімен бағыт. Свяченко асырған допқа бірінші болып жеткен Далиханды. Рукавина сәл кешігіңкіреп қалыпты. Мұнда в левый угол от себя. Ну, конечно, Эрич прекрасно видел, что мяч в створ ворот не попадает. Неожиданно организовали опасную атаку. И дважды пробивали по воротам Астанчане. Еще раз смотрим, как Томасов пробивал. Хансен среагировал. Прекрасно, конечно, в противостоянии. Никто его не держал. Никто не прессинговал. Ну, хотя сзади, конечно, был футболист. Это Айо Окасу, немецкий полузащитник.